Да, с вами Android. Андроидыч, сегодня хотел поговорить о гонках, которые называются Russian Rider. Ну, отличие от других гонок, то, что тут есть очень старые автомобили советские. Вот, конкретно у нас сейчас вот этот автомобиль, да, это ZIL, или что, я в машинах не очень разбираюсь. Но мы можем приобретать за игровые деньги. Донат, как я понимаю, тут нету, пишут разработчики. То есть, все деньги, которые мы зарабатываем в игре. Вот, допустим, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105 и ГАЗ, это Волга, как я понимаю. Вот все эти деньги, все эти машины, как я сказал, можно купить за игровые деньги. Достаточно много режимов, но игра только как бы сейчас делается, да, и тут какие-то режимы будут открываться постепенно. Мы можем также на наш автомобиль, вот диски мы можем только на других автомобилях, диски можем ставить там, что-то еще можно ставить. Так, это я заходил сюда вроде. Да, я сюда заходил уже. Игра полностью на русском языке. Достаточно интересное звуковое сопровождение. Вот эти вот. Вот. Давайте из непосредственно к самой игре перейдем. Так, выбираем. Так, вот эта тачка наша. Это у нас ВАЗ. А, ЗАЗ. ЗАЗ-965. Кстати, можем также тонировку поставить. Любой цвет, какой мы хотим. Ну, что-то... А, тонировку, видите, на стеклах можем менять. Диски. Не могу. А, вот можно менять. Блин, камера как-то странно себя ведет. Очень странно ведет. А, это на чем меняется-то, не понял. Допустим, я синий поставил. А, камера себя неадекватно ведет. Ладно, пофигу. Давайте непосредственно к самой игре перейдем. Тут много очень режимов. И начнем с самого первого. Так. Так, что нам нужно сделать? То есть до определенных контрольных точек надо доехать. Давайте посмотрим, что есть игра. Достаточно качественно сделана. Вот и сама игра. То есть мы наклоняем влево вправо планшет, у нас машина поворачивается. Этот газ, это тормоз. Так, наша основная задача сейчас доехать до определенных точек. У нас идет время. Но пока все просто. Вот. И показывает направление, куда нам нужно с вами ехать. Ой, не очень удачно мне это, конечно, получается, как вы видите. Я не гонщик. Сплошные, так сказать, у меня врезания, но достаточно сделано качественно. Конечно, могли сделать получше, уровни сами сделать, да. Но лучше так, чем никак. Мне кажется, потом более лучшие уровни появляются в данной игре. Так, куда нам ехать? Сюда вот. И достаточно много режимов. Ай. Так, и тут куда-то туда мне надо ехать. А ну, где-то я уже гораздо лучше справляюсь. Привык маленько с управлением, но все равно управление оставляет желать лучшего, потому что очень-очень тяжело. Вот именно поворот влево и вправо. Ну, мне, по крайней мере, тяжело это делать. Не знаю, как вам. Так, ну, как я понимаю, надо проехать 9 различных точек. Давайте попробуем их проехать. Так. Так. Так, осталось мне еще 2 точки. Звуковое сопровождение, ну, тут, как я понимаю, музыки в самих трассах нету, только в начальных менюшек. Так, и звук, так сказать, этого двигателя. Ну вот, я прошел, все, я выполнил первый уровень, давай посмотрим, какой будет второй уровень. Ой, что-то я не понял. Что-то это же трасса. Так уже здесь странно. Как-то сделал, ну-ка, зайдем в гараж. Ну вот тут... Пытается мне все время, что же зашел по своему аккаунту, но не буду этого делать. Вот, давайте второй нажмем. Наверное, такой же будет, который заходил. Ну, я как понимаю, они разнообразные, очень много режимов. Прикольная игрулька, если вам понравилось, советую у нее сыграть. С вами был Android Андроидыч, ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube-канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока, до скорых встреч.